Хорошо. Природа очень красивая, друзья. Всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. С вами Асым. Друзья, всем истерсию большой привет. Сегодня с вами будет одна шикарная, красивая, уютная вилла, дорогие друзья, дублекс, таунхаус будет в вот таком виде. Вид на Средиземное море, вид на банану, вид на гору, вид на апельсин, мандарин, лимон, гранат. Покажи, пожалуйста, оператор, вот это все красота. Конечно, вот эта красота через камеру вам невозможно донести. Действительно, мы живем в раю. Я вас все приглашаю в раю. Если вы хотите в рай попасть, приезжайте к нам. Если вы хотите попасть в ад, это уже ваш выбор, дорогие друзья. Так что всем так-то, что скажем, добро пожаловать на раю, дорогие друзья. Город Аланья с вами, район Каргыджак. Каргыджак, где есть вот это 5 этажей, но можно построить здесь и большую свою здесь стройку. Вилла, дорогие друзья, в сторону новый аэропорт. Аэропорт Газпаша отсюда буквально 15 минут ехать, дорогие друзья. 120 квадратных метров продается с мебелью, с бытовой техникой. Вот это шикарная вилла. Сейчас с вами начали с вами с балконом, дорогие друзья. Вот такой огромный угловой балкон. На втором этаже находимся. Балкон достаточно большой, дорогие друзья. Действительно, можно отсюда еще, чтобы угловой видно было. Камине. Вот такой. Вот это выход, огромный такой балкон, дорогие друзья, и очень доступная сцена, скоро я вам озвучу, потерпите немножко, хорошо? Давайте начнем отсюда, вообще главный выход там, вы можете даже вот этот балкон засеклить, получается еще одна комната, как соседи. Вот соседи здесь засеклили, вот такой балкон у них, вот это одинаковый планировка, вот такой балкон, вы можете это даже засеклить, получается очень красивый, хорошо, вы можете сюда поставить диван, вот это диван, красивый стол, и посмотреть вид на море, и на чай, кофе пить, и нас тоже приглашать, чтобы вместе можем обмывать, как-то вы получаете документы ТАПУ, дорогие друзья. Так что, теперь мы с вами заходили, вот это все в кухне, бытовая техника, все это выходит стоимости, духовка, вытяжка, здесь есть булочек, макинесы, вот такой, все это новый практически, дорогие друзья, и Беко, название Беко, очень красивый, хорошо, друзья, в самом деле все работает, все, жизнь кипит здесь, и отсюда тоже окно, светлая квартира, все есть здесь, дорогие друзья, очень красиво, только посуда не нету, но покупайте сами уже это, потому что вы здесь недвижимость покупаете, надо иногда чувствовать турецкий сервис, очень хорошо, видите, все продается с мебелью, с бытовой техникой, я знаю, что у вас это продается без ремонтом даже, у нас такое понятия нету, с ремонтом продается все, огромный зал, короче, зал очень красивый, хорошо, стой там, оператор, стой, чтобы видно было. Вот такой огромный зал, красивая картинка, вот эта мебель, все выходит стоимости 99 тысяч евро, дорогие друзья, 99 тысяч евро, очень хорошая цена, 120 квадратных метров, 2 этажа, и есть еще кусочек земельного участка здесь рядом, вот это перехожая. Вот так. И здесь огромный шкаф. Вот такой огромный шкаф. Достаточно красивый, хороший в самом деле, друзья. И здесь сразу у нас с правой стороны, можно, разрешаешь? Вот здесь с правой стороны два спальные комнаты. Здесь огромный такой. И санузел, общий санузел. Горячая вода есть. Здесь бойлер, да, по-русски бойлер.
Да, горячая вода есть, все, шкафы, много шкафов есть, по поводу шкафа здесь проблемы нету. И здесь еще одна спальная комната, посмотрите, пожалуйста, очень красивый такой яркий свет, коричневый и крем, такой красивый, интересный шкаф. Шкаф тоже здесь хороший, посмотрите, пожалуйста, очень красивый такой, не знаю, что, как можно назвать, но очень красивый шкаф и декорация. Очень хорошо, в самом деле, друзья, шкаф, вот эта голова. Каждая комната есть свой кондиционер. И здесь даже еще один дополнительный. Здесь картинка есть, дорогие друзья. Куда хотите, туда можете повесить. Детская комната попали теперь с вами. Вот это детская комната. Так что, друзья, и здесь отсюда уже сад. Еще сад здесь есть. Потом в конце видео покажем сад. Еще кому интересно именно вилла, дорогие друзья, таунхаус. Вот, пожалуйста, 99 тысяч евро с мебелью, с бытовой техникой. Вам только нужно посуда купить. Зубная щетка, паста, масло купить, прижат, жить, дорогие друзья. Очень красивый, в самом деле. Вот так, я люблю вот такой коричневый стиль. Действительно, очень красивый. Давай, аппарат за мной. И очень красивый, немножко деревянный стиль. Это не старый, просто стиль такой, друзья. Как-то вот такое дерево, как будто такое освещение, как будто старый. В самом деле она не старый, просто она такой стиль. И мебель очень красивый, новый мебель. И турецкий текстиль. Все хорошо. Вот я смотрю, даже отсюда вид на море, вид на гору, даже отсюда вид. Очень классно, такая красота. Красота, действительно, вот так, турецкие жизни я обожаю просто. Молодцы турки, да, умеют работать, умеют строить, умеют просто общаться. Утром у нас были люди, офисы, они сказали, что мы именно Турцию выбрали жить. Почему, вы знаете, сказали, что здесь очень хорошие человеческие отношения. Действительно, здесь совсем другой атмосфера, потому что я всегда говорю, главный не бетон, главный не бетон, главный недвижимость, главный капитал. Самый главный капитал – люди, дорогие друзья. Это очень важно, поэтому мы вам предлагаем, как можно здесь быть счастливым. Вот так, теперь попали здесь с вами внизу. Огромный такой санузел, дорогие друзья, душевая кабина. Там был санузел и ванная комната. Здесь вот такой большой, огромный шкаф. Чемочер макинесы тоже есть. Чемочер макинесы есть, туалет есть, душевая кабина есть. Не кабинет, кабинет. Я раньше говорил кабинет просто. Ты просто не знаешь, моя ошибка много была раньше. Вот такой занавес, очень красивый, да, такой уютно, такой. Можно по-белиски вот этот текстиль снимать, очень красивый текстиль. Женщина, это ваш, вам внимание, очень красивый текстиль, в самом деле, это тоже все деньги. И здесь уже родительская комната, дорогие друзья, огромный такой шкаф. У меня здесь, вот здесь огромный еще шкаф, вот это, как это открывается, можно, да, открывать? Вот это открывается, вы можете дополнительно свои вещи сюда можете поставить. Вот такая открывается, закрывается. Так что, если у вас есть много денег, можете там положить, может под них спать, дорогие друзья. Здесь есть вот такой кондиционер, там тоже кондиционер. Каждая комната есть свой кондиционер. Очень хорошо, в самом деле, друзья. Еще здесь такой мой любимый диван, есть очень красивый, хороший диван, в самом деле, друзья. Так что, друзья, что мы с вами смотрим? Одна вилла, 120 квадратных метров, продается с мебелью, с бытовой техникой и 99 тысяч евро, дорогие друзья. Срочная продажа своим садом, тихо, спокойное место, район Каргыджак, город Аланья, с видом на море, на гору, дорогие друзья. Если вам нужна более подробная информация, под видео есть мои контакты, пишите, звоните. Сразу попадете ко мне, с вами ваш человек в Турции. Так что, теперь мы с вами здесь. Вот такой большой балкон, красивый, хороший второй балкон на первом этаже. Вы можете отсюда даже попасть своим садом, дорогие друзья. В саде есть лимон, апельсин, очень богатый сад. Бананы тоже есть, авокадо зад есть, дорогие друзья. Очень хорошо, лимон здесь, я зима, иногда лимон здесь собираюсь. Действительно, просто не, даже
не получаю ни от кого разрешения, просто украю здесь, так что у нас это есть 2-3 штук, это нормально, просто это как турки говорят, göz hakkı, как будет это по-русски, я не знаю, göz hakkı, но по-турецки, если вы увидите апельсин, мандарин, лимон на улице, 2-3 штук сорвет, это ничего не страшного, конечно, не надо поставить грузовые машины, много не надо сорвать, просто 2-3 штук, это достаточно, это нормально, по-турецки, дорогие друзья, турецкий менталитет. Давайте еще посмотрим немножко кусочек сад. Да, можно открыть. Друзья, между прочим, в Алании растет 187 видов овощей, фруктов. Вот такой очень много разных фруктов можете увидеть в Алании. Это апельсин возле вашего дома. Вот здесь это дом. В самом деле, друзья, сейчас я вам все покажу, что здесь растет. Еще цветок есть такой красивый, хорошо яркий цветок. Здесь что? Здесь мандарин. Вот это мандарин. Вот это мандарин. В самом деле, очень красивый, хорошо. Здесь есть еще апельсин, цветок, вот это мандарин, можно даже сорвать. Göz hakkı, я вам говорил. Напишите, пожалуйста, göz hakkı, что такое по-русски. Не могу вот это все переводить. Вот такой один штук, два штук сорвет, ничего не страшного. Так что это уже гранат, гранат, гранат и лимон есть еще там. Очень богатый. У нас земля богатая, климат богатый. У нас экология чистая, фабрика нету. Если вы хотите свою жизнь менять, надо в раю выбрать, дорогие друзья. Надо рай выбрать, не ад, хорошо? Так что для этого что нужно? Жить правильно, жить порядочно. Вот такой виды дом, дорогие друзья. Вот это первый, вот этот первый этаж, потом второй этаж, вот это, и вы можете зациклить вот в таком виде потом, если вы хотите зациклить. Очень красивый, огромный территорий. Это мушмула. Может быть, из вас кто-то знает, это мушмула, дорогие друзья. Еще много-много цветок есть, роза. Вот это цветок, как название, не знаю, но главное, красота, красивый, очень красивый в самом деле, друзья. Aldırmam deli gönlüm, giden gitsin sen şarkılar söyle içinden boş ver. Друзья, еще есть здесь, в этом комплексе, каждая вилла свой, такой собственный гараж есть. Вы можете свои гаражи открывать, закрывать, закройте, поставить свои машины и поедете домой, куда хотите, туда. Это у вас собственный гараж, дорогие друзья. Еще есть вот такой огромный бассейн, и детский бассейн тоже есть. Все есть. Тихо, спокойно, место, только слышно здесь, птичка поет. Слышно, да, оператор? Птичка поет, очень приятно, хороший звук, в самом деле, больше других шум нету, дорогие друзья, очень хорошо. Кому интересно, вот в таком тихо, спокойно место жить, пожалуйста, можете к нам обращаться. Так что, дорогие друзья, в самом деле, мы вам не продаем недвижимость, мы вам предлагаем, как правильно можно здесь жить, как можно удовольствие получить от турецкого жизни, как можно быть счастливым здесь, дорогие друзья. Я турок, это моя страна, моя родина. Если вы хотите глубоко жизни, турецкой жизни знать, можете только ко мне обращаться. Кроме меня, никто вам не расскажет глубоко турецкой жизни, дорогие друзья. Всем желаю удачи и счастья. Берегите себя, любите себя. И за Турцию большой привет. Пока-пока.